всю жизнь поломал, придурок! Я вам поломал? Это вы мне поломали! Я вообще-то у вас учиться хотел, я за вами как пацан бегал, а вы... Вы бы увидели, как я тут убивал, чтобы вам понравиться. Чтобы Виктор Петрович сказал: молодец, Макс, растешь. И что я от вас слышал? Агуза, рахитоид, дебил. Ничего, я эти ласки терпел. А вы меня все равно уволили. А за что? За то, что я за любимую девушку заступился? Вы бы сами разве по-другому поступили? Хотя, может, и по-другому. Потому что вы только себя любите. А на остальных вам пофигу. Я хотел быть похожим на вас. А сейчас я понял, что лучше я вообще никаким поваром не буду, чем таким, как вы. И лучше Воронеж, чем с вами на одной кухне. Пальто чужое сними.